Югорская ватерполистка Анна Тимофеева выиграла бронзу мировой лиги. Накануне в Будапеште состоялись решающие матчи суперфинала среди женщин. Цвета национальной команды защищала нападающая ватерпольного клуба «Югра» Анна Тимофеева в матче за третье место. Сборной России противостояли спортсменки из Нидерландов. Россиянки в третьей четверти вырвались вперед и довели матч до победы. Итоговый счет 10-7 в пользу нашей команды. Свой вклад в победу внесла и югорчанка, отметившись забитым мячом.